К акции «Чистый двор, чистый город» дружно присоединилась гимназия номер 3 города Бреста имени Валентины Николаевны Веремеюк. 20 учащихся и педагогический состав учреждения образования в 6-й школьный день решили навести порядок на своей территории. В рамках акции «Чистый двор, чистый город» учащиеся, педагогический коллектив Государственного учреждения образования гимназия номер 3 города Бреста имени Валентины Николаевны Веремеюк принимает участие сегодня в благоустройстве своей территории. Конечно же, чистый город начинается с чистого двора у каждого дома и у учебного заведения. Мы сегодня выполняем объемный фронт работы. Это уборка территории, посадка кустарников, облагораживание деревьев и посадка цветов. Ребята и педагоги высаживали новые цветы и кустарники, сгребали сухую траву и прошлогодние листья. Но самое главное, делали это с удовольствием, понимая, какой вклад они делают в чистоту родного города. Я решил принять участие в акции «Чистый двор, чистый город», чтобы наша гимназия всегда была красивой, чистой, как и весь наш город Брест. Что ты сегодня делаешь? Чем ты занимаешься? Сегодня мы садим цветы, поливаем, занимаемся уборкой территории. Не отставали от третьей гимназии и соседи. Учащиеся и учителя средней школы номер 5 также решили принять участие в акции. Они удалили лишнюю растительность и высадили новые цветы. Сегодня в рамках акции «Чистый двор, чистый город» на территории средней школы номер 5 проходит благоустройство территории. Мы наводим порядок. Данная акция позволяет объединить в рамках воспитательной работы два направления. Это трудовое воспитание и патриотическое. Мы очень любим наш родной город, мы очень любим нашу Речицу и, конечно же, нашу школу. И в рамках акции мы благоустраиваем территорию не только школы, а также прилегающую территорию. Наши ребята участвуют в таких мероприятиях, как обустроить территорию вокруг памятника, а также участвовали в наведении порядка около родника в микрорайоне Речица. Учащиеся пятерки с энтузиазмом орудуют граблями и лопатами, отмечая, что им самим приятно прогуляться с семьей по цветущей школьной территории или ухоженному скверу, поэтому работаем только в радость. В рамках 6-го школьного дня мы собрались, чтобы прибрать двор школы, потому что чистота города начинается с любого двора. И мы решили начать со школьного. К слову, 20 апреля в городе над Бугом пройдет экологическая акция «Любимый двор, дружный двор, чистый двор», инициаторами которой выступили Брестский горисполком, администрация Ленинского и Московского районов, а также Брестское городское ЖКХ. Акция – это не только возможность для жильцов многоквартирных домов сплотиться и дружно выйти на уборку, но и получить ценный приз. Все подробности можно узнать в телеграм-канале «Любимый Брест». Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.